Дорогие наши союзники, дорогие мужчины, отправляясь за подарками милым женщинам ко дню жен мироносец, супермаркеты, не забывайте пожертвовать на развитие телеканала «Союз». И сейчас мы покажем, как это правильно сделать с помощью терминала «Киви». Выбираем интерактивную клавишу «Оплата услуг», затем «Другие услуги», затем «Фонды помощи», и здесь мы видим клавишу «Телеканал «Союз». В правом нижнем углу клавиша «Хочу помочь». Нажимаем. Мы набираем свой номер телефона для того, чтобы получить подтверждение платежа в виде СМС-сообщения. И нажимаем кнопку «Далее». После этого вносим деньги в терминал. Итак, мы видим 100 рублей успешно внесено. После этого клавиша «Оплатить». Дорогие телезрители, уважаемые союзники, отправляясь в город за покупками или за подарками, не забудьте сделать пасхальный подарок родному союзу.